полу. Что? Кто это? Что за бардак? И мне теперь все это убирать? А ты кто такая? Ты ведь в моей комнате находишься. Ты китаянка? Японка? Хотя выглядишь как кореянка. Боже мой. Это ведь мои любимые вещи. Что же ты наделала? Охрана тут явно загорает под пальмами. Эй, я же сказал тебе, что это мое. Значит, бьешь, пока противник не видит. Да что ты о себе возомнила? Ну а что у тебя в руках? А ну покажи. Говорю, покажи. Шея. Да что с моей шеей? Я еще не сделал растяжку с утра, но благодаря тебе размялся. Я растянул себе все, похоже. Знаешь, я не хотел бы драться с тобой с самого утра. Поэтому если ты просто опустишь руки, я притворюсь, что этого не было. Что это? Часы? Кольцо? Если ты ненормальная, прицепи себе цветок на голову. Ты же людей пугаешь. Алло? Пожалуйста, позвоните в полицию. Кто-то проник ко мне в номер. Да. Ну вот ты и попалась. Если ты собираешься делать подобные вещи, тогда говори хотя бы извините. И не стыдно тебе? Я всегда так поступаю. Повторяй за мной. Эй. Извините. Извините. Это на случай, если ты сбежишь. Посмотри сюда, сюда смотри. Но что ты пыталась вообще украсть? Серьезно. Вишенка. Эй, ты только что...
Мне так жаль. Извини. Все нормально, все нормально. Черт охрана.